Всем привет! Вот поставил Bosch на восстановление аккумуляторов. И каково было мое удивление в том плане, что у меня дохлые аккумуляторы почти все. В общем, блин, я даже не знаю, я прям растерялся. Сейчас, конечно, попытаюсь восстановить. Но вот как видим, вот так вот должно быть. То есть вот ставим на Recharge. У нас, например, сначала красным идет, потом заполняется. Тут по 3 светодиода идет. То есть, если вот здесь, то он красным горит. Очень в плохом состоянии. Потом 2 начинает гореть, через какое-то время 3. То есть, вот у меня куча аккумуляторов, короче. Вот у меня гелевый вот такой вот. Стоял дня 3. С места даже не сдвинулся. Короче, расстроился, думаю. Десульфатор тут не работает нифига. Короче, подключил его на варту, вот эту 102 ампер часа. Вот она. Варта греется капец как просто. Кстати, она даже сейчас теплая. Отключу его нафиг. Надо сдавать ее на металлолом. Ой. Короче, подключил на варту. Постояла дня 3. Блин. Там нет, там отходит розеточка. Постояла дня 3. То же самое, вообще не сдвигается с места. Тоже чуть ли не первая красная. А, он вообще не светился. Нет, светился. Через день там засветился. Вот этот аккумулятор 3 красных показывает. Тоже не меняется ничего. Но надо, блин. Вот она моя тряпочка. Жена купила протирать столы. Аккумуляторы протер. И все. А, ну вот оно, блин. Вот белая такая белизна. Кислота, короче. Кипел, походу. Две камеры кипели. То есть надо проверять воду. То есть видим, да? Вот такого быть не должно. Это уже был перезаряд, походу. Это еще не высохло. Места тут черные пятна, камера плохо берет ночной режим. То есть надо проверять воду вот в этом. Сейчас проверю, буду, ну, долью и поставлю на регенерацию. Тоже дня 3 или 4 постоял, короче, ничего не поменялось, расстроился. Вот этот аккумулятор, короче, за 2 дня поднялся, так что я так и знал, что это панцирного типа вайпер. Ну тут тоже вот, кстати, то, что следы есть, он кипел на последних банках почему-то двух. Воды там полно. Ладно, озвучили. Так, вот так вот выглядят пластины под десульфатором. Так, ну мне интересно, просто я знаю, что они в разных камерах разного цвета были. Где-то беленькие, где-то рыженькие. Причем через камеру. Сейчас посмотрим, как здесь дело обстоит. Вот такие же. Так, ну, по поводу воды. До хрена. Ничего тут доливать больше не буду. Тут как раз где-то вот на этом уровне стоит максимальном. Тут написано минимально и максимум. Вот это две риски. Так, здесь вот что-то
подобие было, кипело. Протирается это дело капец. Я не знаю, на камеру видно, нет. Там ужас просто, что творится. Так что пусть, блин, стоит, так воды там тоже нормально. Но цвета одного, короче, раньше было. Я как-то видео снимал давно-давно, как это выглядит. То есть более медный такой цвет, то есть такой рыжеватый. А когда вот беленький, тогда как раз это плохо. В общем, вот у нас мигает в конце, в самом, что закончено у нас режим рекуперации. Выключаем, включаем заряд 12 вольтовых аккумуляторов. Он тестирует его, видите, остановился. Вот и пошел заряд. То есть десульфатор его немножко подсадил. Сейчас вот добьет его до конца и будет его поддерживать. Вот так вот примерно это выглядит. Потом как он поддержит его, то есть, ну, зарядит до конца, надо будет еще раз на десульфат переключиться и что же сделать-то надо будет? Переключиться на десульфатор, дождаться, пока он опять отобьется, то есть подесульфицирует, потом опять туда, и лучше не сразу это все дело отключать, не за один цикл проходить. Так, интересно, я его не сниму, походу. Их тут еще отвертками надо разбирать. Просто очень интересно, сейчас буду раскрывать для себя, так посмотрю. Это жесть, короче. О, фонариком подсвечу. Это ужас просто. Вот так вот надо ставить автомобильный аккумулятор и за ними следить. Кстати, вот, ну, наверное, я поздно все-таки перешел. Летний вариант, когда зимой здесь прохладно, я ставлю 14,5, 14,7 вольт. То есть они не дозаряжаются, ну, то есть лучше поддерживаются, они не кипят. Особенно, ну, именно зимой. А вот когда летом, когда тепло здесь уже в комнате за 26, то есть это достаточно жарко, я ставлю меньше температуру, ну, как в автомобильных аккумуляторах, соответственно, проверено годами. Ставлю вот 14,2, 14,1 недавно мне стоял. Перешел на 14,2. Это вот у нас 4 утра сейчас. Всякая фигня ночью снится, вот проснулся, думал, блин, пойду чаю попью. Вот реально, блин, такие сны снятся порой, блин, что хочется просто, знаете, забухать. Но я не пью. Так что стоит все-таки обращать на это внимание. Но это к автомобильным относится, если бы гелевые были, выбирайте гораздо меньшую температуру. И я так, знаете, подозреваю, что если ставить 13,7 вольт на данных аккумуляторах, ничего плохого из этого не выйдет. А вот насчет хорошего — это вопрос. О, кстати, пока стояли, да, уже половину показывает. Как-то работает. А десульфатор производит измерение емкости, я так понимаю, или еще что-то там по своим каким-то показателям. Поэтому после того, как он полностью зарядится, отключаем его, ждем, например, полденька, и потом включаем на recharge. Вот такое вот короткое ночное видение всего дела. Кстати, сейчас включу. Пол ампера ток. Вон там вот где-то солнце встает. И народ думает, что, а чё так это, типа, летом больше выработка. А все просто, ребят, когда я вставал зимой где-нибудь в 6-7 утра, на улице была темень. А в летнее время, вот уже там 4 с копейками, солнце уже светит вовсю.
Сейчас солнце немножко приподнимется, лучше начнет свет отражаться в панельке и пойдет точило. Пока что у меня сколько тут, один аккумулятор на первом этаже подключен. Надо будет его тоже попробовать восстановить. Вдруг поднимется. Это от Nexia у меня там стоит аккумулятор. Вообще емкость не держит, но напряжение у него правильное. То есть десульфатор на нем надо проверить будет. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи. Всем пока.